случай в поликлинике, причем все гораздо серьезнее. Не дай вам Бог попасть в нашу отечественную поликлинику в воскресенье утром 2 мая. Здравствуйте. Здрасте. Можно? Да, можно. Вот. Заходите, что у вас? Доктор, ну, я не знаю, либо вот эти вот связки простудил, потому что голос пропадает и горло болит. Горло, да. Да, горло болит. Хорошо, я вам выпишу лекарство. Ага, так, да. Выпейте лекарство, несколько минут помолчите. Помолчать. Чтобы оно воспринялось. Просто помолчите, не напрягайте связки. Хорошо. Не разговаривайте какое-то время. Несколько... Не трындеть, не гундеть, понятно? А просто помолчать, понятно? Гланды полечите. Харе ворнякать уже, все! Все, просто полечить гланды. Все, заткнись и посиди, пока лекарство действует. Ты понимаешь меня? Да. Оно... Чтобы я не слышал тебя, ты пойми. Сопи в тряпочку себе спокойно, тихонечко. Пока все отдыхают 2 мая. Тихонько, заляпал хлебало все и сидишь вот там. Понял меня? Все на шашлыках, а ты вот там засунул язык в задницу и сидишь, все. Лечишь гланды, сосешь таблетку, все. Подумай о здоровье своем. Ну, урод ты, ну что ты, елки-палки. Что еще беспокоит? Ну, тут ну, как-то вот на лице, вот, либо ну, аллергия, потому что кожа начала шелушиться. Кожа шелушится. Вот. Я вам выпишу лекарство. Так, лекарство. Мазь Вишневского. Вишневского. Намажешь рыло свое и посидишь немножечко, понял? Да. Рыло свое, репу намажешь, понял, мазью. Табло свое намажешь, мать, ты понял меня? И посидишь минутку тихонечко, по 2 мая, когда все отдыхают. А ты посиди вот с репой намазанной, повпитывай лекарства немножечко. Дыню свою тонким слоем намажь и посиди немножко. Ты сможешь граблями своими намазать себе репу, сможешь-то хоть, ну? Я... Тихонечко, как будто нет тебя, понимаешь? Все на шашлыках, а ты тихонько, тебя нет, ты сидишь, впитываешь, понимаешь? Я... Здоровый цвет таблица, чтобы был, понимаешь ты? Я... Что ж ты не бережешь себя, хмырь, а? Чмошник ты, падла, чепушила ты, ну! Тварь, что ж ты ржешь, номер портишь? Гнида ты! Фашист! Падаль ты редкая! Что ж ты, эх! Упырь! Да ну смотрите на него, ну! Урил ты! Добить тебя хочу, да! Плачь! Что ж ты загрустил, чмо, а? 2 мая на дворе, понимаешь? Все празднуют. Я специально тут сижу в поликлинике. В воскресенье утром 2 мая, чтобы лечить таких дебилов, как ты. У меня у самого горла, понимаешь? Что смотришь, ублюдок? Что-то еще беспокоить тебя может? Ну, вообще-то у меня геморрой обострился, но я в этом не скажу. Хорошо, а геморрой у тебя, да?